И именно сейчас к нам пришли новые экстрасенсы. Давайте посмотрим, кто они и какими экстрасенсорными способностями они обладают. Экстрасенс у нас только один. Это Евгений Малокалиберный. Он занимается... Сейчас он вам обо всем расскажет. Мы только переводчики. То есть мы доносим как бы его мысли устно вам, зрителям. Угу. Сейчас он настроится, подождите. Он общается с нами посредством только жестов, да, без слов. Буквально на энергетическом уровне. Это моя помощница Андреяна. Она доносит мне все на языке сурдоперевода, да. Пожалуйста, это очень странная может показаться процедура, но наш мастер так настраивается. Итак, мастер говорит, что он может излечить все болезни. Он учился в Тегеране. Мастер, это... Извините, пожалуйста, у нас просто... Простите, у нас только что пришла СМС-ка. Скажите, мастер может помочь излечить остеохондроз? Да, сейчас. Угу. Вообще может, но... А ему нужен личный контакт с больным этим? Это не обязательно, это не обязательно. Он может лечить через время, через расстояние, через все дороги в стороне. Любой песня вам не скажет «до свидания». Песня, как говорится, не прощается с тобой. Он может через личные вещи больного лечить. Просто лечить через сотовый мобильный телефон. А, хорошо, у нас просто есть зажигалка больного. Пожалуйста, пожалуйста, да. Это предмет огненный, вот она у вас. Что с ней не так? Что с этим человеком? Мне кажется. Подождите, подождите, соберитесь. Такое с мастером было только однажды. И вот во второй раз, подождите. Вы можете комментировать, что происходит с вашим мастером? Что это? Все, я поняла. Это зажигалка, значит, человека, который будет следующим экстрасенсом, великим, придет к нам. Будет мастером экстрасенсов. Поэтому он излечит себя сам и излечит всех нас. Уважаемые зрители, я не знаю, как к этому отнестись, потому что это моя зажигалка. О! Поклонимся!